Друзья, всем привет! 30 октября в городе Светеглаз прошел 4-й международный бардовский фестиваль авторской песни «Осенний резонанс». Организатор фестиваля Александр Кузнецов. В фестивале приняли участие авторы и исполнители из Болгарии и России. Из Москвы прилетел известный бард Александр Хигай. Фестиваль открывает поэт, композитор, бард и организатор Александр Кузнецов. Исполню песню, посвященную бард-фестивалям. Аккорд гитарной песни зазвучала. Зал затихает, музыкой объят. Участники и гости фестиваля едины духом и глаза горят. Это бард-фестиваль авторской песни. Поудобнее примостился желтый клен у костра, сожженных осенью для вин. Осень она не спросит, осень она придет. Осенним вопросом синие глаза зальет. Осень дождями ляжет, листьями заведет. По опустевшим пляжам медленно побредет. Древняя вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Да что мне? Меня в горах застала тьма, январский ветер, колкий снег. Закрылись наглухо дома, и я не мог найти ночлег. По счастью, девушка одна со мною встретилась в пути и предложила мне в ее укромный дом войти. А рассказать одну историю хотя, как люди женятся и как они живут. Споют, как люди женятся и как они живут. А колокольчики, бубенчики споют. У моря, у черного моря, с тобою мы рядом с тобою. И солнце светит лишь для нас с тобой. Целый день чудит прибой. Почему я все ночи здесь полностью у твоих пропадаю дверей? И сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей. Мог понять, что в душе моей, как летит она вслед за тобой. Если б ты испытал то же самое, ты бы знал, что такое любовь. Я думала, это весна, а это вот теперь. Приходи ты ко мне, хоть по краю, хоть во сне пролетев полстраны, упаду я в тебя белым камешком в глубину твоих глаз неземных. Я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это он теперь.